Всем привет, всем привет, с вами Шмыгов на канале Ушмыги. В этом видео я покажу, как открыть бункер в игре Blair Witch. И, собственно говоря, что находится в этом бункере, какая интересная информация. После получаса игры примерно мы понимаем, что у нас есть бункер. После дерева мы разговариваем с шерифом и находим странный бункер, который закрыт. Потом мы находим ржавую машину. И потом мы встречаем некое зло, которое бегает и которого мы пугаем фонариком. Собственно говоря, после чего мы возвращаемся к дереву, к белому. И у нас уже есть не ржавый автомобиль шерифа, а полноценный шерифовский автомобиль, который мы открываем, садимся и, ну, включаем аккумулятор. И мы можем послушать радио. И в этом радио нам сообщают, что мы получили приз. Мы открываем телефон, читаем, и там, собственно говоря, пароль от бункера. Мы не включаем фары, выходим, идем к бункеру и смотрим, что же там в нем за информация. Missing 9-year-old Peter Shannon has been found alive after 3 days of search. Police report that the boy was found wandering alone near Black Rock Road. The boy is in a state of shock and was unable to answer any questions, but authorities stated a third party may have been involved in the disappearance. Надеюсь, видео оказалось полезным для вас, и вы поставите лайк, подпишитесь на канал, потому что это был Шмыга. Всем спасибо, всем счастливо, всем пока!